сложно было. Первая игра, начиная с чемпионата, футбол такой еще весенний, достаточно сложно играть, потому что все команды хотят набирать очки, и поэтому немножко и упрощают игру. Вот, поэтому, рассчитывая, что мы едем все-таки за победой, за тремя очками, наверное, все-таки есть какая-то горечь, вот, печаль. Но ничего, двигаемся дальше, начало положено, поэтому будем двигаться только к победам и вперед. Да. А моментов ворот особо не возникало, как держал себя в тонусе, чтобы... Я старался подсказывать ребятам, вот, поэтому всегда держать общение, руководить, помогать, чем мог. Вот, поэтому, да, моментов было немного, но ребята молодцы, держали оборону и где-то почищали. Вот, поэтому старался быть в тонусе вот таким образом. Да, момент с пенальти, казалось, практически дотянулся до мяча, чего не хватило, чтобы его отбить все-таки. Такое, шансы равны 50-50. Немножко не получилось, поэтому ничего страшного нету. Конечно, хотелось и принести пользу команде, и принести 3 очка в копилку нашу. Сложно сказать, почему. Как бы игрок хорошо пробил, такая неудобная высота. Вот, поэтому будем работать, чтобы такие моменты отбивать.